Страна FM принимает поздравления. Не, наконец-то я дождался Соломонова, тот самый человек, под которого я выхожу в эфир. Вот Соломонова заканчивает говорить 8 часов вечера и начинаю уже говорить каждый я. Каждый час мы слышим эти. Но мой-то час шоки. Этот 8, понимаешь, Соломона! Самый ответственный. Привет. С днем рождения, Страна FM. Я хотела сказать, что вы лев. Да. Знаете, мы что лев, так. По знаку и зиака. Это очень важно, потому что у меня это муж круто. Лев, ага. И сын лев. То есть мы родные люди. У меня со львами всегда большая любовь. Классно. Поэтому заметили. Вы должны идти после меня с хорошим настроением. Что обычно? Это как обычно? Всегда так и происходит. Конечно, так всегда и происходит. Как настроение? Как дела? Настроение прекрасно. Тортик. Я пробегала мимо него и думала, быстренько нужно поздравить и переходить уже ничего, к самому главному. Ничего, 5 минут, и все, и торт твой. Я смотрю, и шарик. Вот да. Что значит шарик, подготовка праздничной атмосферы. И самое главное, книги. подарков. Целая стопка. Что это? Написана телефонная книга. Да, это моя последняя книга с оригинальными стихами, которая вышла. Называется «Телефонная книга», и я принесла всем. О, как приятно. Всем. Да. Спасибо. И тут-то я и узнал, что нас 10 человек. Точно. У меня есть больше. И мы обязательно еще заедем. Ты знаешь, Соло, для тебя вообще не будет сложно наше задание, которое у нас есть. Вообще для других артистов тоже не сложно, для тебя в особенности. Даже Родион Газманов сказал, что совсем скоро к вам придет настоящая поэтесса и здесь вам устроит. У нас есть гимн. Каждый артист, который приходит, каждый гость пишет по строчке две, ну буквально. И следующий продолжает эту строку в рифму, ну чтобы смысл какой-то сохранялся. Вот смотри, бери микрофон, бери маркер. Маркер я выдам. И маркер вот я выдам. Да. Пожалуйста, Соло. Ага. Мне нужно зафиналить. Строчки. Ну, как хочешь. Смотри. А можете прочесть, потому что почерк не разборчив. Да, смотри. Чтоб страна узнать смогла, как широка любовь твоя, камызяки бэнд раскачает сельский глэм, а московский разгильдяй нам добавит огугай, чтоб мою страну FM захотелось слушать всем, чтоб страна FM звучала у всех, чтобы в ногу с вами шел всегда успех. Ну, в принципе, можно заново начать что-то. Ну, как бы... Да, уже пора дать какую-то новую струю. Да. Новую струю, да? Да, смотри, то есть ты, ну как хочешь, даешь какой-то зачин. Что-нибудь, может быть, вы и радио, и ТВ, вот да что-то. Да что вот... ты поэту подсказываешь? Нет, я просто... Вы там дайте? Чтоб зарплаты у сотрудников спасибо. Росли. Спасибо. Наконец-то. Наконец-то человек пришел. Чтоб зарплаты... Сотрудников... Росли... Росли... Росли, слив, наверное. Так что, подождите, росли. А зачем еще? Вы уже все есть. Чтоб ЗП у сотрудников росли. ЗП у сотрудников росли. Нам нравится. Ты чека. Я бы даже сказала, ты ЧД, что и требовалось доказать. Хорошее. ЧТД. Нормально. Главное закончить. Самое главное — это конец. Запоминается только финал стихотворения. Да? Вот. Да, я в этом сильна. Вот видите, что бы ни было раньше, вы довольны. Слушай, мы это себе берем на заметку в день забираю рождения. Забираю на этом слове. Забираю маркер. Только конец, то есть только последняя фраза. Только Солочка, конец ну, запомнила, Лиза. Так, ну и что же? Напоследок, что ты нам пожелаешь? Вот что нужно нам такого понять в свои 2 года? И мы отпустим тебя. Ну, зубки у вас уже выросли. Ага. Да, главное, не кусайтесь, как другие каналы, потому что сейчас все любят кусаться, любят такое... Чтобы мясо было. Слушай, да мы же цари. А мы же наоборот поцеловать. Пусть будут одни сплошные поцелуи, обнимашки, позитив. Чтобы вот включил и наслаждаешься. Ну сейчас нам запоем ЧТД вот это все. Да. И начнется. Можно поколдовать. Знаете, стихи, даже заклинания. Чуфыр, чуфыр. Соломонова была у нас в эфире. Чифыр, чифыр. С днем рождения. Спасибо. Спасибо. Продолжаем.